Всем привет, это у нас Granny Lite 0.5, самая новая версия бабки Lite. Сегодня будем проходить игру двумя способами, но используя один и тот же баг полета. Давайте начинать. Начинаем с самого долгого способа. Сначала бежим к манекену и сбрасываем его вниз. Мы будем сегодня проходить игру двумя способами, но используя один и тот же баг. Так, манекен, упадешь ли ты так? Ой, чуть я сам не упал. Достаточно быстро сбросил манекен. Теперь его головой будем закрывать капканы. Он очень хорошо, потому что это делает. Так, манекен, давай. Раз. А здесь капкана почему-то нет. Иногда, кстати, бывает. Так. Ударил его головой об стену. Дальше берем ярд-кей. Это должен быть, по сути... Почти что спидран. Но манекен нам не дает делать спидран, потому что не всегда получается лететь. Головой манекен нужно прокинуть к курятнику. О, взял и иду. У меня же получалось как на самолете лететь. Во. Спускаемся вниз, потому что с высоты тоже можно разбиться. Закрываем капкан. Ёкарный ты бабай. О, ладно, хоть не с собой закрыл. Теперь берем ключ. Берем, само собой, опять манекен. И нам нужно будет вылететь за пределы карты с ним. Только вот куда лететь? Мы даже хлор не будем отключать, потому что мы будем проходить хитрым способом. Не заходя даже в подвал. Так, все, я встал на манекен. Нет, пока. Так, так, так. О, вот так бы полететь. О, смотрите, идеально будет. Давай, давай. О, а там что было такое внизу? Что там было внизу? Мне интересно. Неужто там еще что-то новенькое? Манекен нестабилен. Курочки-дурочки у нас клюют. И не моргают. Так, я пошел на взлет. Главное не разбиться. Ой. Так, ну я почти разбился. И я приземлился у коровника, смотрите-ка. Так, жесть. Я у коровы. Так, смогу ли я активировать ворота? Так, ну я могу, в принципе, перелететь. Единственный минус, что я не взял аптечку, видите? Это, конечно же, сейчас будет всю игру у нас. Кровавый фон. Так, беру манекен и полетел. Тут у нас крыша ангара мешается. Моя задача попасть сейчас к машине. Ну и само собой не напороться на капкан. Да, вот есть минус, что моя жизнь не восстанавливается почему-то. Так. Вставайте поровнее. Так, так, так. Начнем прямо из кустов. Так, взлетай, взлетай. Ой, я на уровне дерева. Просто спускаемся. Не нажимайте клавиши VSAD, чтобы спускаться. Все, видите, я спустился. Ой. Только не разбивайся. Мы сейчас возьмем Special Key. Так, аккуратненько закрываем капкан. Все, закрыли. Кидаем пока что манекен, смотрите. Да, минус, что у нас сердце бьется сильно, но все равно. Это прикол. Каркей экипировать, ключ использовать. Так, берем Special Key. Все, взяли. Теперь нам нужно попасть к пауку. А, кстати, смотрите, мы откроем сейчас ворота. Ворота с этой стороны не открываются. Ну, там, конечно, хлор. Нам это не нужно. Берем манекен. Так. Все, манекен я забираю. Так, у тебя ворота. Нам сейчас нужно прилететь в дом опять. То есть нам нужно его к себе на лестницу взять. Так, нет. Мне теперь манекен не нужен. Я сейчас иду к пауку. У меня же есть Special Key. Главное не разбиться. Мне нужно взять сейчас аптечку и полечиться.
Я ее взял, не открывая дверь. Аптечка использовать. Все. Так, давайте еще яблоки съедим. Использовать. И использовать. Все, я полностью здоров. Теперь можем бежать к пауку и брать мастер кей. И у нас будет первое прохождение за сегодня. Фантастика получилась. Ура. Спешл кей, экипировать. Использовать. Все. Ну, сейчас разве что нас паук напугает. И тут у нас капкан. Осторожно идите. Так, оббегаем тебя. Берем мастер кей. Так, закрываем его кабинку. Давай, аккуратненько. Смотрите. Оп, и подъехал. И мы сейчас будем проходить игру первый раз. Так, экипировать. Ключ использовать. Так, и заходим. Так, ну просто бежим. В следующем прохождении мы не будем даже брать каркей. В следующем прохождении нам нужно будет взять только манекен и ключ от открытого дворика. Так, сейчас начинаем заново. Но не обещаю, что второе прохождение будет именно прохождением. По крайней мере, это у нас будет попытка прохождения. Так, смотрите. Берем манекен быстренько. Сейчас главное его скинуть очень быстро. Нужно учиться скидывать. Берем. И вот так ныряй, гад. Yes. Как будто бы на весах был. Но первая половина тела перевесила. Сейчас его головой будем закрывать капкан. Так, нырнул. О, ничего себе, я уже полетел. Так, его функции начали работать раньше, чем мне нужно. Здесь капкана нет. Так, он пытается меня пронести. Молодец, хорошо, что бак работает. Все, теперь к микроволновке. Мы берем всего лишь два предмета. Так, ой, я прям на манекене стоял. Экипировать, ключ использовать. Так, ну манекен сразу не возьмешь. Так, затаскиваем его в дверь. И теперь мы полетим от курятника, наоборот, в другую сторону. Так, полетел. Нет, 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 нет. Так, я не разбился, ура. Ничего себе там высота. Мне надо немножко пониже, я бы сказал. Мне сейчас нужно будет лететь на манекене. Так, он не улетит от меня сейчас, сам гад. Так, это просто жесть. Так, давайте. Так, я даже не говорил, вы слышали? Я не говорил. Я не говорил. Фантастика. Я спрыгиваю в конечную сцену. Все, я в конечной сцене. Я в нее прилетел и даже принес сюда манекен. Так, а кстати, я идти не мог. Я здесь не мог идти. Это я взял манекен сейчас, смотрите. Фантастика. Я не мог идти. Похоже, конечная сцена защищена. Так, сейчас издали полетим. Потому что меня туда не пустили. Мне нужно попасть к двери. Видите, я и говорил, что может быть второй раз пройти-то не получится уже. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Так, летим, летим, летим. Летим к двери. Тогда сразу. Бам! Так, дверь локет написано. Само собой локет. Так, у нас получается. Не работает. Конечно, сцена, если сюда залететь. Или надо еще ближе к двери. Разворачиваюсь. Это просто жесть сейчас творится. Мне идти не дают. Так, я опять выжил. Бежим. Опять разворачиваемся. Голова должна смотреть в сторону двери. Полетели, полетели.
Лучше повыше взять. Я хочу попасть прямо к двери. Вот так. Им нужен мастер кей. То есть я попал в конечную сцену, но в итоге игру-то не прошел. Потому что нам нужен мастер кей. Раз уж не получилось пройти, давайте попробуем на манекене залететь на самый верх дома. Я надеюсь, он смотрит прямо на дом. Так. Взлетаем. Смотрите. Я лечу над конечной сценой. Вон там бабка стоит справа, видите? Я пока показывать вам ничего не могу. Потому что если я руки отпущу, то будет конец. Вот наш верх дома. Ой. Так, это мы где? Мы где-то у курятника. Это жесть. Если я отсюда свалюсь, я разобьюсь. Фантастика. Я мог бы даже залететь к бабке-пасхалке. Но это не так красиво. Это просто жесть. Я лечу в курятник в данный момент. И все, я в курятнике, смотрите. Вот давайте на этом видео мы и закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока!